Давайте поприветствуем Евгению Гуцул и Светлану Папан горячими аплодисментами. Давайте еще. Евгения, мы с тобой! Евгения, мы с тобой! Евгения, мы с тобой! Евгения, мы с тобой! Спасибо, родные люди. Вы столько там отрабатывает. Да, плохо на самом деле. Она, когда мы выходили, она пыталась там что сказать, обвинить меня в преступлениях, но у меня один вопрос. А что с уголовным делом по отношению к ее сыну, которого недавно задерживали и были все свидетели в Республике Молдова, все видели в видеоматериале, как задерживали за наркотики сына Марию Оладь. Какая-то Мария Оладь, свистулька, как ее называют. Все жители Республики Молдова имеют право зайти на заседание, судебное заседание, и еще что-то говорить. Это что такое? То есть нашим людям нельзя, а ее пускают. Потому что она на сегодняшний день работает на Майю Санду. Она удобная, а мы неудобные. Поэтому мы сидим с моей коллегой на скамье подсудимых. На этом заседании продолжалось рассматривание нашего дела по существу. Была допрошена свидетель, которая по причинам того, что адвокаты должны были уйти с прошлого заседания, и свидетеля прервали на допросе, сегодня было продолжение. Еще раз подтвердив, что все доводы, якобы доказательства против меня и против моей коллеги, она еще раз сказала, доказала, что мы не виновны. И мы докажем. И будут сидеть после 20 октября такие, как Мария Свистулька и все причастные к этому незаконному уголовному делу. Я призываю прокурора антикоррупции Геннадия Епуря взяться уже за ум и не идти на поводу у Майи Санду. Жос Майя Санду! 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 Вас еще больше томить. Спасибо за поддержку. В нас сила. Не вот то, что сзади. Мы победим. Не сила в свистульке и в Майи Санду, а сила в народе. Сила в единстве. И мы добьемся, победим, чтобы наша Республика Молдова была едина. И чтобы нас не делили на гагаузов, на болгаров, на русских, на украинцев, на молдаван.